jeito no que jala. А что это здесь делаете-то все? Что делаете-то здесь все, я спрашиваю? А концерт вроде, да, говорят? А я, знаете, короче, это пошла, это вот Юрику Васильеву пирожки вот принесла. Не знаете, такие вкусные пирожки. Вот такие пирожки, блин. Бабуська, а что ты здесь делаешь-то? Что ты здесь делаешь-то? Где отсюда? Да, слушай, дорогой, я к Юрику Васильеву пришла, к шефу, к директору школы этой. Ну вот, значит, директор школы этой, значит. А нафиг ты нужна-то? Пирожки, значит, несу. Сынку-то своему, как же? Ну ладно, иди, мне надо концерт начинать. Куда идти? Мне нужен Юрик Васильев, блин. Да поищи, иди. Где мне искать-то его, блин? Я ж обыскалась-то уже, не знаю, куда уж идти. Я сюда сходила. Там где-то бегает. Пойду поищу. Бабка заколебала. Дамы и господа, я всех приветствую вас на этой тусовке. Я очень рад, что вижу всех вас здесь. Спасибо вам. Сегодня, как вы уже поняли, 1 сентября, а это значит День знаний. Сегодня мы вместе с вами выучим таблицу умножения и, уверяю вас, от души повеселимся. Ну а первая команда, которая выйдет на нашу сцену, будьте уверены, не оставит вас равнодушными. Это просто находка для любителей боровической, тяжелой и мрачной музыки. И как сказала бабушка, пирожки у ней были с мясом. Группа Thank you.
Я сломал, и я вам. Я сломал, и я вам.
Спасибо.